Ассаламу алейкум, урметли телесерчилер. Бүгін июнның 29-ы эфирде хабарлер вақты студияда мен Алиме Кабилаева жалғасам. Ішімдікі сатқа бөлем алматнен таныш етеміз. Айпетри платосындаки демонтаж ішлеріне заретте бүгін бұ территорияны Қырым елбасшысы зиярет етті. Джума жеменің құрыжылық ішлері Мебус Руслан Балбекнің реберлігінде музыкер етілді. Бұ ерде бірінші ибадетлер не вақыт олып кечежек. Чок Кирилли Европа чемпиона Игорь Яшлар Турзе Дина в Канаде до спорт фалиеты не насло гроша винья кнда арзуете. Кромда партизан ларве подпольщик леркуну кайдетле ярмада да буй куньен бахла барсара мера симлер тешкале онда. Буведи гера диселера кнда базамух бирлера мастарифетелер. Айпетри платосына Кырымбашы Сергей Аксенов, Девлет Дума Мебусы Руслан Балбек ве Девлет Милетлер Ара комитетінің рейсі Заур Смирнов иждиареты иле келділер. Оларның мақсады демонтаж ишлер насыл севеде олғанны незарет этмектір. Хатырлатамыз, майыс айындан берлі бұ территорияда олған иншатлар бұзылып башланды. Тәфсілятлар бұзым левхамызда. Айпетри дағының платосында стационар олмаған объектлерінің сайплері 2016 сенінің сонында оларыны бозмақ кереклігі ақта хабер алған әділер. Тиджари ноқталарының сайплері майысының 22-сінде осы объектлерінің бозу башладылар. Шымды демонтаж ішлерде 70-ке қадар адам велиден зияде техника нұсқасы чалыша. Здесь будет открытая площадка. Полностью выложены тротуарные плитки, все, ничего больше здесь не будет, никаких строений. Вот это обзорная площадка. Сделаем перила, то есть, возможно, будет какая-то дорожка вдоль этой площадки, там вдоль дороги, с тем, чтобы можно было полюбоваться видами Крыма на самом деле. Потому никакой застройки заповедников не будет. Коллеги, в жизни российского Крыма это новый этап, я считаю. И здесь вот благодаря позиции гражданской непосредственно предпринимателей, благодаря совместным усилиям органов республиканской и муниципальной власти, нашли компромиссное решение. Уверен, что такие же решения мы найдем, коллеги, по всем остальным объектам для блага России, для блага российского Крыма. Девлет Дума Мебусы Руслан Балбек бу вазиетны тестеретерек Украина деварынде инсанларве акимиет арасында субет олмағынаны хайдетті. Бу себептен сабық сияси низамдан халған меселеріні чезмек ағыр. Самое большое, считаю, достижение российского Крыма то, что состоялся диалог. Путем диалога возникло доверие между предпринимателями, которые трудились на плато Айпетри, и органами власти. И результат это сегодня мы видим в кратчайшие сроки, даже опережая графики, плато Айпетри полностью зачищено и готовится к состоянию первозданного вида. Люди, самое важное, поверили и приняли то, что наша общая задача всех крымчан и общества, и органов власти, чтобы вот тот уникальный заповедник, вот эти заповедные территории сохранить для наших потомков. Это визитная карточка полуострова. Шармадлы муэсесынын мудеры Нариман Курбединов хабер эттеке озин шатларыны бозмаға разы олған иш адамларына бақчы сарайда весемейзде более альтернатив мейданлар тевсие этілді. Что касается как бы наших предпринимателей, которые как бы осуществляли предпринимательскую деятельность на территории фирмы «Шам», как бы нам предоставили два земельных участка. Это в ПГТ «Семис» и в городе Бахчисарай. На данный момент как бы мы разрабатываем концепцию, какой проект мы хотим там реализовать и в каких условиях мы хотим работать. Не могу сказать точно, что мы будем развивать на Бахчисарай, как бы, но на территории ПГТ «Семис» мы планируем развить проект «Этнодеревня». Хырым Джумхуриетінің елбасшысы білдірді ке, ханулар бұзылуы или хұрылай атқан объектлер незаретке алынды, ве бұзуларыны йоқытмек бойынша ішлер кечірілі. Приведение соответствия в должный вид, соблюдение всех норм российского законодательства. Вот и все, коллеги. Я обещаю, что я по всем объектам выйду. Мы просто договорились, что во время курортного сезона на пляжных территориях работы не проводим, то есть максимально. Но перечень уже составлен, деньги у нас есть. В сентябре мы выходим на Алушту и на Ялту. Так что здесь процесс будет продолжен очень системно. Айпетри дағының топесінде демонтаж ішлер июльнің біріне қадар екенлемек планлаштырыла. Тамам шу көні платыда плитка ерлештіруі бойынша ішлер башланаджақ. Болелекнен бұтын территория абаданлаштыраладжақ. О вақытхаджа Арабави Архан Йолы қапалы оладжақ. Султани имиджі Тасан Зивадинов, Милеты Чун. Украина Юлия Самойлованы ебермегені үчін жазаға ұғырай біле. Юлия Самойлова 2017 сенесі Евровидене 2017 ер ярышында іштырақ әтмек керекеді. Ама Украина қапсызлық қызметі оның іштырағыне қаршы чықты. Әвелден ярыш тәшкелей комитетінің башы
Франк Дитер Фрайлинг білдірген еді. Европа яйынланув шурасы Самойлова Евровидениеға келмеген үшін Украинаны қабатламақ мүмкін. Европа ер ярышының ады саны тілке алтындан еді. Бұ себептен жеза чықарылуы тевсе етілді. Ақмежетте жума жеме құрыжылығы мұзакере тілуі бойынша іш топлашуы олып кечті. Отыршуыдан соң штракчилер құрыжылық еріне ел алдылар. Оларнен бірабер бізі мұхбіріміз Диляра Шевкетова құрыжылық вазиеті іле таныш олды. Региональ авточерчевесінде Русия Федерациясы Девлет Думасын мебусы Риберлигінде іштоплашуы олып кечті. Оның кетішатында жума жаминың хуруджылық монтаж хусесетлері ве жаме огундеки ернын ахлие или бағлану вазиеті мусакере етілді. Сонра топлашув іштиракчилері жаминың хуруджылық еріне барып еттілер, ведіні комплексны зиярет еттілер. Строительство соборной мечети идут с опережением графика производственных работ. На последнем совещании было принято решение увеличить сумму освоения средств от 60 миллионов в месяц до 90 миллионов в месяц. То есть полностью все графики соблюдаются, подрядчик соблюдает все необходимые как технические требования, так и соблюдаются графики производственных работ. Поэтому самое важное, самое для нас необходимое задача – это окончание строительства к 21 апреля 2019 году подтверждается как подрядчиками, так и опережением графика производственных работ. То есть вот те сроки, которые мы отведенные определяли, они будут, конечно же, все соблюдены. Качество производственных работ также соответствует всем нормам. Джума Джами – Бухарының эсас мусульман объекты ве Ахмезжитның 13-й мусульман азиз ерыдыр. О, Русия Федерациясының президенты Владимир Путинның патронаты алтында хурула. Шымды, Бүйік Джума Джаминың меркез сутунлары, яни колонналары, энді бетондан токульмеге башланды. Ве азбар чықта да, мына іч азбарда да бу аркалар токульмеге башланды. Зербеттеки эйджан бу эсас бір дуйгу. Ама эршей йолунда кіте, оның үчін бутун командаға тешеккюрлер. Шымдыки вақытта жаминың бинасы тікленуінде 150-ден зияде хуруджу іштирак еті. Олар епсі ішкерекли мүддетте екенілмесі үчін бар күчінен чалышмаға тырышалар. Построены уже общестроительные работы административного здания мечети, здания муфтията и гостиного дома. Началось строительство самой соборной мечети. Вы сзади видите уже дворовая часть. Бетонные работы заканчиваются. Выполнен цокольный этаж самой мечети. Бір ярым айдан соң минарелерінің құрып башыға жақылар. Декабр айының соңына қадар жума жамінің бинасы толы шекілді құрылып бітмесі планлаштырыла. Ішкі ішлер ве мойындислік ішлер небеттекісіне екінленеджек. Хатырлатамыз, Хырымның ән бұйык жамісі сайылған діни комплексін құрылығы 2015 сене башылаған еді. Ішлерінің соңы ісе 2019 сене реабилитерленген халқылар күніне, яни апрелінің 21-іне планлаштырыла. Диляра Шевкетова, Асан Зевадинов, Миллет үчін. Бүгін Қырымда партизанлар ве подпольщиклер күніне бағышланған бір сыра мерасимлер олып кетті. 1941-1944 сенелері Қырым орманлары халық қаршылығыны білдірген ең бұйык меркезлерден олдылар. Бұл себептен Қырым үчін бүгін эмиетлі байрамдыр. 12 бинден зияде чешіт милетлер векілері Қырым партизанлары олып басқыншылыққа қаршы күрештілер. Ақмежет район муниципаль моисенің басшы Михаил Макеев Улу Ватан Дженка ветераны партизан арекетнің іштракче олған Ремзи Эмирусиновны хайрлады. Бүгінгі күнде Ахмежет районында 10 партизан ве подпольщик яшамақта. 89 яшлы Ремзи Эмирусинов более инсанлардан бірадар. Разрешите вас поздравить с днем партизан и подпольщиков. Спасибо. Пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. Спасибо. Долгих лет жизни и такого же настроения хорошего, как Спасибо. У вас сейчас есть. Дегерли мусафырлер партизан арекетінің іштракчысы не чечеклер ве бақшышлары диге еттілер. Ахмежет район шырасының рейсі Михаил Макеев фашист басқынчыларға қаршы күреш Жесурлик, себат, вефедакарлык костерилгены ичун де шикрлер билдирды. Переоценить значение того подвига, который они оказали в годы Великой Отечественной войны по освобождению нашей земли, сложно переоценить. За что мы им очень благодарны. И как потомки, конечно, очень приятно пообщаться еще с вот этими людьми, которые живы и могут передать ту память, тот священный подвиг, который они совершили. За что им огромное спасибо, долгих лет жизни и
крепкого здоровья. Крым партизанлары ве подпольщиклернің қараманлығы Русия тарихында эбеди из қалдырды. Арбе әрекетлерді халқ бөле күтлеви шекілді іштирак етуі дүнияда да бір кімсеге белі дегеледі. Партизанское движение в Крыму подчеркнуло, что Крым не сдался. Тогда, когда даже пал Севастополь, вся страна знала, что Крым сражается. Это моральная сторона вопроса, и вот этот аспект очень важен для истории нашей Родины. Ремзи Мирусинов Бахчисарай районының Стелякоэнде дуняға келді. Душманлар койге келгенде 14 яшындайды. О вақытлары генч Ремзи чоқ түшінмейіп, партизанлар сыраларына кырды. Башқаларды она бақып, бу отрядларға қошылдылар. Оларның тақымына 300 инсан керейеді. Ремзи ағаның сойсоплары да партизан ВРБ әрекетлерді фаал іштирак еттілер. Олар арқадашынен негізі кой-койден юрып, алышверишчилерге ушап юрып, немселерин сводкаларын командирге келип тапшырайдылар. Сон партизанлар уже бойыклары чыгып өзлерин операцияларын япайдылар, işte баскынлар япайдылар. А бу биздин өзен башкы уш, стиля, унсала, о жерде бек чок көйлер, бутун халклар, олар көйлерин эпсин яхып жибердилер немселер. Нечүн? Чаресин тапамайдылар. Шындыки заман Ремзи Эмирусинов Ахмежит районының Яны-Сарабыз көйінде яшай. Оның әке оғлы дорт торыны ве ата торындан торыны бар. Балалықтан динімізге севгі ве урмет ашланылғаны себебінден қарт бұ дұйғыларыны омур девамында юрегінде беследі. Эр вақыт япылғаны кібі Ремзи аға күнде 5 кере намаз қыла. Яшларымыз ислам динінің қануларыны күткенлеріні жан юректен севіне. Мұсылман динімізді күтейік. Милетим бірлік олсын, чоқ олсын, халқымыз чоқ олсын. Халқымыз шетке кеткен, например, Киева кеткен балларымыз, Қорандарын ташлап кеткен балларымыз қайтып келіп, өз ішлерінде керіп, өз ішлерін ішін албарып, өз елін бәрбе халқына албарып, Қырым ішін яқшы яшайшылар құрмақта қысымет етсін, Раббим, я Раббим, әпімізде. Сіздер, сіздерің балларыңыз, торыларымыз көрмесін, о жеңдеріне, о ашылықыны, о күнелікіне. Партизан әрекетінің іштиракчысы Ремзи Эмирусинов Жумхурият акимиеті тарафындан айрылған тек қатқа куванып, тешекірлер білдірді. Милетімізге есе тыншлық, муабетлік ве бірлік тіледі. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, Миллет үчін. Бүгін саба Қырым пайтақтында 1410 абонент газ темін әтілуінден ұзылдым. Оларына ақшам саат 8-де бағламаға планлаштыралар. Бұл уақытта Ахмежит мемориетінің матбуат қызметі хабар етті. Бөле вазиет Хайри Эмирзаде ве Уркуста соқақларындаки 260 ерлік бала бақчасының құрыжылығынен бағлы. Ишлеріні Крымгаз сети адлы девлет мөйсесі бежере. Бұнен берабер газ героев Сталинграда, Дубки ве Мирная көйлерінің Кымер районларында сондырылды. Иванушки Интернешнл тақымының сабық солисті Олег Яковлев бүгін саба фани дүнияны теркетті. Бұақта оның омур арқадашы Александра Куцевол хабер етті. Эвел қадын 47 яшлы артист хастаханының реанимация бөлігінде ағыр вазетте олғанақта білдірген еді. Екімлер оның екі тарафлама опкесі оқлануына белгілеген еділер. Иванушки Интернешнл тақымына Яковлев 1988 келген еді. О Игорь Сориннің еріне алынды. Яковлев үшін бірінші ер бұт тапалины пух олды. 2012 сенесі есе ерже өз соло фаалиетіні башлады. Бір елдан сон есе тақымдан чықты. Қырым университетлерінде Қырыш компания ән қызғын дәвірде болынмақта. Бұсене Алиоқов юртларына кірмеге істеген абитуриентлерінің сайсы баяғы бұйықче. Бұй язда Алиоқов юртларға Қырыш системасы нейле айрыла. Қырым абитуриентлері наслы зенатларыны сықча сечелер. Бұқта мұхбіріміз Лиля Виджат. Бұ сене Қырым Федерал университетінің ве Қырым Одеслік педагогика университетінің Қырыш компаниялары июннің 20-сінде башланды ве июлінің 15-ніне қадар девам етеджек. Ильяс Велиев сақ шерінде келді. О КФУ-ның иқтисадиет ве әдлиеджілік факультетлеріне кірмеге ниет етте. Мне очень нравится уголовно-правовая структура и, не знаю, мне как бы по душе, и я очень люблю работать с цифрами, и поэтому иду на экономику. Анна Морозова секележекте өзіні журналист оларақ көре. Басма әдебият или обалалықтан мерақлана. Қыз Ялта шәрінден келіп, КФУ-ның журналистика факультетіне кірмеге істей. Басма құтливий мәлімат васталары сасында өз істедатларына ачмаға арзу еті. Хотелось бы связать свою жизнь именно с печатной журналистикой,
печататься в газетах, твои статьи, стихи, очерки. Бусенеден башлап хрым абитуриентлеры бутун Русиянын абитуриентлеры кыбы ухуф муселлерге тен кайделерге кечелер. Федераль университет абитуриентлерге бакалавриат программасы буюнча 3000 ден зеде бюджет ер айра. 1000ге якын ер аспирантура үчүн азырланды. Бутун маалымат КФУнун абитуриентлеры үчүн ачылган сайтта бар. Бусене яңылыклар да көрсөтүлдү. Мы в этом году принимаем впервые по общему конкурсу всех граждан Российской Федерации. Основное количество бюджетных мест у нас было для жителей Республики Крым и города Севастополя. В этом году у нас эти места являются общими, и все абсолютно могут поступать на бюджетные места, как жители Крыма, Камчатки, Москвы, а также соотечественники, иностранцы, которые на это имеют право. Яна Кырсатылген Денишмелер Крым Удеслик Педагогика университетнын Кырыш компаниясында да олда. В этом году, в отличие от прошлого года, сдают 3 вступительных испытания. В прошлом году сдавали 1 вступительное испытание. И есть по контингенту, мы, как Крым, субъект Российской Федерации, приближаемся к материковой требованиям, стандартам. То есть мы сдаем по результатам ЕГЭ. Эпосы абитуриентлеріні Кырыш комиссия қаршылай, олар весіқалар тапшырылығы бойын жетевселер берелер. Информацион залда малюмат бақылаве информацион базаға ерлештірілі. Али оқу фюртларында эрши ачық айдын кече. Мисаль ичон Кырым Одеслік педагогика университетінің ресми сайтына кырып, нетижелеріні веретингіні көрмеге мүмкін. Кырым Одеслік педагогика университетінің президенті Февзи Якубов қайт еткеніне көре, университет 24 ел девамында чалышып, озыны джемаат арасында толерантлық эталы. Наш университет, первое, это тот университет, где менталитет крымско-татарского народа, депортированный менталитет, его менталитет, значит, возрождается. То есть у нас есть факультет крымско-татарского языка и литературы, истории, искусства, одежды. Кырым Мондеслик педагогика университетінде бусене дёрт буюк юнелеш ачтылар. Бу Мондеслик араба куруджылғы, араба куруджылықта конструктор технологиялары темін әтілува, нақлиеве техносфера хавсызлығы. Кырымда яны мақсадлы объектлер куруджылығы себебінден тасыл сасында әнді керекли кадрларыны азырлайлар. Бу зенатларыны угренмек үчін бүгін 280-ге яқын абитуриент весіқалар тапшырдылар. Мы, естественно, понимаем о том, какие объекты федеральной целевой программы сегодня строятся в Крыму, в том числе и образовательные учреждения, это и детские сады, это и школы. Поэтому мы сегодня уже заявили программы, образовательные программы по подготовке учителей-предметников. Лекин чокусы Кырым ебуслары эпосы бір ань анивизин атларына сечелер. Не Джиля Джимамутова кемане онын истидаты олғаны балалықтан бөлейді. Чоқтан берле Кырым Одеслік педагогика университетіне музыкаль санат факультетіне кірмеге исте еді. Чүнкі мұнда онын мабуты, севімлі оджасы Сельсебиль ансамблінің реберы дерс бере. Занимаюсь с 8 лет скрипкой. Вот. Ну, как-то интересно мне стало. Я увидела на сцене Сельсибиль, и я как-то захотела, вот они когда только начали открывать свой ансамбль, я захотела очень как бы к ним. Пошла в музыкальную школу, закончила музыкальную школу, и вот сейчас поступаю в Сметалса в этом году. Аделе Салаватова келеджекте ненен оқырашы жағыны энді біле. Я поступаю на факультет журналистики. Мне очень нравится писать, мне очень нравится говорить. Я планирую в будущем работать на телеканале «Милет» журналистом. Я очень хотела бы поступить в КИПУ, потому что КИПУ – это наша, это крымско-татарская культура, традиции. Здесь чувствуешь родное. Қайт әтмек керек, мечбури имтианларындан ғары университетте ічкі кіріш имтианы бермек мүмкін. Оны тапшырмақ үчін орта юқыры тасыл ақта аттестаты олғанлар, орта зенат тасыл ақта весіқасы олған абитуриентлер, четел ватандашлар ве сақат балаларының ақлары бар. Лиля Веджат, Дмитрий Низовой, «Милет үчін». Исмаил Гасплинский адына медиа меркезде 2015-2016 сенелерде нешер этілген китаплар тағдым этілді. Тағдым наме мерасима Исмаил Гасплинский адына китапханеде олып кечті. Мерасимге Қырым татар язычылар бірлігінің векілері, джемат әрбаплары, нешерлерінің мөлліфлеріні дәвет этілді. Тедбірде мұхбірлеріміз де бұлындылар. Инде Исмаил Гасплинский адына китапханенің рафларында Кырым татар тілінде басылған китапларының саясы артаджақ. Мусафырлерге эн веле медиа меркезінің фаалияты ақында тариф әттілер.
Муэсесенын иши басма нешерлер яратылмасына дұғыртыла. Кешкенсене Исмаил Гаспринский ве Эшреф Шемизаде кібі мешур язычыларының китаплары дүния юзыны корды. Бұйылы есе 22 китап дэрч олынды. Оларның тиражы 300 ве 500 нұсқаны тышкелетті. Бұ халем усталары сайылған Аблязиз Велиевнің, Урия Эдемованың ве яш язычы Гүлнара Ильясованың ве башқаларының китаплары олды. Қайдетмек кереке, медиа меркез Қырымда яшыған 9 милетлер тілерінде китапларыны нешереті. Мерасымды малюмат әдебиеті, қырымдатар классиклерінің әсерлері, әмді қырымчақларының ве қараймлерінің мединетіне ве тұрмушына бағышланған әдебиет тағдим әділді. На мой взгляд, очень важно, что происходит вот такое тесное сотрудничество и взаимодействие между медиацентром имени Гаспринского и библиотекой имени Гаспринского, что таким образом мы налаживаем тесные связи, будем реализовывать, я думаю, новые проекты в будущем, которые направлены на поддержку литературы на крымско-татарском языке. И я думаю, что впереди еще много интересного и много интересных изданий, интересных книг, которые будут радовать наших читателей. Медиамеркез Мунтазам Суретте, Яны Дунья газетасы ве Йылдыз мечмуасы сайфелерінде чешет конкурсларны Иляна Тэм ве оларның ярдымы эле истидатлы муэлліфлеріні араштырмаға тырышам. Мисаль оларақ язычы Сейран Сулейман чоқ мальзимелер дэрчеті. Яхында о 8 шагов навстречу сэрлевалы китапны хырым татар тіліне тэрчеме етті. Процесс писательского труда, он, как мы видим, оказывается, не останавливается. Появляются молодые ребята, девушки и даже младшие ученики, которые стараются что-то написать, выразить свое внутреннее состояние. И вот, организовывая различные конкурсы, мы ищем и такие таланты. Келечек елда медиа меркез Қырымда бір вақытлары болынған сияхатчылар ақта китапны нешеретмеге планлаштыра. Бала әдебиятына да бұйық де қадайрылачақ. Яш мөлліфлерге қол тұтуф енелеші де эссас ерде тұра. Левиза Сетбелялова, Мухаммед Зекерьев, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Қырымлы Артур Зединов профессионал боксшы о Канадада спорт фаалиеті іле ұғырашам. 20 яшлы егіт енді жоқ кере Европа чемпионы ве спорт устасы олды. Шындыкы вақытта Артур Қырымда болынам, о сой ақрабасы іле көршімеге келді. Спортшы іле бізі мұхбіріміз Нариман Тарсинова қонышты. Онын мақсаткерлығына әрбір спортшысы ұқлана білі. Артур Зиядинов Ахмеджетли Адзие Гет. 20 яшында о профессионал боксшыдыр. Яқында Артур Канадаға көчіп кетті. Анда о промоутер шыркеті ве менеджер іле контракт имзалады. Әршейсі 2015 сенесі башланды. Ақяр шерінде ярышта болынған бақыт о Челябинск шерінден Итманджи Михаил Романчу Корып четіл дәвлетте профессионал бокс іле ұғырашмаға тіклеп атты. Мне стало интересно, потому что я 16 лет мечтал перейти в профессионалы и согласился. Потом я полтора года жил в Челябинске, готовился непосредственно уже в Канаду. Эти полтора года я провел там. И вот с декабря месяца прошлого года я переехал в Канаду. Артурның бірінші профессионал дебюты июнь 17-де олды. Күрішмектен әке афта ивел о идманларны куветлештерді ве мына бойлене тежеге ұрышты. Победа в первом раунде. На первой минуте. Балалықтан Артур спорт іле ұғырашмаға істеді. Каратэ, сербест куреш ве ата бұйык теннис ілеме рахланды. Башта о бокс спортыны назарға алмай еді. Ама бір кейі идман залына келген сон, ойы шейшыны бұл спортшышыты іле бағыланмаға істегенін анлады. Нетіжелер яқын вақыта көрініп башланды. Через два месяца, получается, у меня я выиграл чемпионат Крыма, и так пошло-пошло, и довольно-таки неплохие результаты показывал за короткий промежуток времени. Артурның бірінші идманчысы Сергей Лапин білдіреке егітнің исрарлығы оны Украинаның дефаларджи чемпионы Европа призері ве Украинада спорт устасы олмаға ярдым етті. Әлбеті идманчы өз тәлібісі іле ғұрурлана. Молодец, ему что себя нашел в профессиональном боксе. Я думаю, что и пояса скоро будут, и не один. Завоюет все, что можно будет завоевать. Потому что у него есть желание огромное, это самое главное. Артурның сойсоплары оғланың бокс іле ұғырашуына қол тұттылар. Тек оның анасы қарсы шықты. Ама оғлының исрарлығы анасының шыбетлеріні енді. Когда я сказал ей твердо и уверенно, что я хочу этим заниматься и хочу добиваться в этом виде спорта, она больше не сопротивлялась. Шындыки вақыта Артур Қырымға сирек келе. Омында туғанларымен көруші ве сессияларыны тапшыра. Спортшы Қырым федераль университетінің әділетчілік кафедрасында тәсіл ала. Канада хорошо, там здорово жить, все по-другому, что-то новенькое, новые люди, новая обстановка, но я очень скучаю по Крыму, потому что Крым мне очень стал родным, это моя историческая родина.
Бірас вақытан соң Артур Канадаға қайтып, спорт фалетіні девам еті джек. Август айында Астана шәрінде кечкен бокс ақшамында оны көреш беклей. Шынделек ойс рахбекта бір шей білмей. Оның үчін да Азияды идманлар кечермеге қарар алды. Чүнке оның мақсады ғалебе қазынмақты. Занимайтесь спортом, будьте едины, ведь сила в единстве. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, ВРВ Номералиев, Милетычин. Шымдылык бу эпсе маалымат саат 21:30 сен верблезис келечек хабарлар информацион программасында яңы юз берген вакыялар менен таанышат эжек. Биз эле болмуз, көрүшмөк үзүрө сагынып калыңыз.